как ее предоставить? Сейчас, подождите минутку. Я включу записывающее устройство. Пожалуйста, ваше законное право. Кто-то будет? Конечно, идет. Ну давайте вы назовете сначала. Как сюда. Я вам представлялся? Нет, вы не представились. Хорошо. Сержант полиции Пышкин. Шестой отдел полиции. А вот теперь ваше удостоверение. Межведомственная операция «Мигрант. Жилой сектор». По ней выявляем лиц, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации. Какие у вас есть основания предполагать, что я нарушаю действующее законодательство Российской Федерации? А вот вы мне документы предоставьте, а там посмотрим. То есть вы проверяете по наличию документов? Тогда? Конечно. Нет, какие у вас основания? Я вам только что их назвал. Нет, вы не назвали основания. Я назвал. Нет, вы не назвали основания. Гражданин, вы не выполняете законы требования сотрудников полиции. Ваши требования незаконны.